Здравствуйте, с вами снова Татьяна Пейко, и сегодня мы будем заливать браслет. У меня была какая-то старая заготовка к Новому году, возможно. Вот такой браслет получился, я просто так довольна, мне это очень нравится, и процесс был очень интересным и легким. Вот такая вот заготовка, вы можете все что угодно купить, вы можете и пластмассовый какой-нибудь дешевенький, главное вот сделать основу, вот что вы хотите. Допустим, вот мне понравилось, что это был золотистый. Для Лады, так как она плетет вот эти браслеты из газетных трубочек, это просто вообще очень здорово, потому что вот именно из-за рельефности. Сначала надо покрасить какой-то основной цвет, придумать интересный. Ну, скорее всего, металлик будет лучше всего, потому что будет немного как бы проглядывать, выходить. Сейчас я в этот стакан, грязный стакан, смешиваю все свои краски, вот то, что у меня осталось от прежних заливок. Это уже и краска с ПВА, и вода с медицинским спиртом, и силикон. Все это там есть. И вот я сейчас просто, ну, так как эксперимент, это в принципе все равно. И вот смотрите, как мы выливаем. Вот это тоже важно, чтобы еще больше как бы смешивалось, потому что вот не будет такого, что мы можем перевернуть этот стаканчик. Вот видите, вот светлая краска вот сейчас вот наверх. Вот это тоже очень хорошо. В принципе, возьмите на заметочку, и вы смотрите, уже какой узор появляется. Очень красиво. Здесь, конечно, я не подумала, чтобы какую-то подставку такую придумать. Но вот так вот получился. Правда, красивый узор? И, в принципе, многое не стекло. Вот видите, сейчас появляются уже маленькие такие поры, но так как вот потом уже я, естественно, уже этого не делала, чтобы краску гонять, то я немного как бы подольше с этим пистолетом, горячим пистолетом, и вот у нас получились такие ячейки симпатичные. То есть вот это вот и ажурность какая-то появилась. Посмотрите, насколько действительно очень интересный. Такой интересный получился. Ну, я сама довольна. Я не знаю, конечно, может быть, вы смотрите, ну, и вам так не кажется. А мне так кажется очень интересно. Даже мой муж был в восторге. Уж насколько он к заливкам спокойно относится. А этот браслет ему тоже очень понравился. Вот высохло все. Посмотрите. Краски такие же остались. Совсем ничего не потускнело, не потемнело. Вот просто великолепно. Ну и сейчас, естественно, я боялась, что если я буду снимать, так как оставила надолго маскинг тейп, вот эту вот ленту, оставила надолго, и я думала, что может быть как-то потянется с этой краской, но нет, снялось все очень хорошо. Конечно, все это надо делать осторожно. Вот так вот все очень аккуратно получилось, все очень красиво. И, конечно, сейчас будем покрывать лаком. Ну, я бы, естественно, дала как следует краске схватиться, ну, 2-3 дня обязательно, чтобы вот краска очень хорошо как бы схватилась. Сейчас она все еще, ну, она не сырая, конечно, но все равно. Вот, а мне просто не терпелось вот вам показать. И вот сейчас лаком, видео, как покрываем готовые работы лаком, у меня тоже есть специальный лак. Я не знаю, конечно, может быть, другим можно тоже, но я думаю, что, допустим, спрей-лак тоже очень хорошо. Ну, вот этим лаком мне очень нравится, потому что, в принципе, никаких ни потеков не остается, очень все красиво и быстро очень сохнет, что немаловажно. Буквально 20 минут уже все сухое. И так очень блестит красиво. Так как он глосс, то есть прозрачный он тоже. Не знаю, насколько это все, конечно, прочно будет. Но посмотрите, какая красота.
Ну, конечно, сейчас он уже тоже влажный. Вот, но покрыла я в два слоя, можно было бы, конечно, и больше, не знаю, как будет носиться, будет сниматься эта краска или нет. И я, может быть, потом еще вам и расскажу. Вот спасибо, что вот так вот на руке смотрится. Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, вам понравится, вы что-нибудь тоже такое придумаете. И до скорого, пока-пока!